Всем привет, с вами Денис Громов и Ричи. И сегодня мы играем DayZ. Это на самом деле МТА DayZ, она рассчитана на бомжей. Если вы бомж и вам не хватает денег на настоящую DayZ, или у вас компьютер просто не тянет, можете поиграть в эту пародию. Вот. Но здесь все равно можно слопотать немножко лузов. Вот. Даже того, что, допустим, справа на зеленой панели вот этой херни, типа, которая у нас есть, третья сверху пусирает, да, уже можно посмеяться, да, ха-ха, ха-ха, Денис, почему ты не смеешься? Потому что это не смешно. Вот, в общем, я укажу этот сервер под описанием, заходите. Сервер неплохой. Вот, Ричи первый раз играет туда, Ричи? Здесь я играю первый раз. Он только что снубил жестко. Ладно, Сыр, давай, ладно, пошли лут мы искать. Мы бесконечно так бегать будем. Да, пошли. Ну, вообще, мы лут сейчас должны искать. Я налутимся. Я хочу найти оружие и что-нибудь взорвать, например, что ли. Я поднял огромный член дилда, смотри. Ты не поднял его еще. Знаешь, как нужно, когда поднять? Табличка высвечивается, нажимаешь J, короче, и там будет. Не, у меня ничего не высветилось. Fire. Змей, короче, оба. А, все, подобрал. Это я подобрал. Стоп. Все его больше не поднимешь, пошли, я его использовал. Да я его использовал уже, побежали дальше. Да ё-моё, я думал, это огромный член дилда. Нет, нет. Смотри, смотри, за мной капитан. А где оружие? Ну вот, надо находить. Мы уже близко, тут же авианосец, тоже вся фигня. Случился зомби-апокалипсис. Ну. Где уже может быть оружие? Я думаю, что... Ну, около падика, около падика. В бывших оружейных магазинах. Или, ну да, или около падика, или около там бургера, да, что-то. Нет, там обычно... Еда. Так, я нашел что-то. Что ты нашел? Как, да, смотри, граната. Ты граната нашел? Банка бобов, подбирайся. Молоко, ты... GPS, все, я... Нихера ты модный. Что-то еще даже лежит. Ну а ладно, ты, ищи. Короче, там ищи, я пошел дальше куда-нибудь нашёл лутать. Нашел себе банку бобов. Нифига себе, ты гранату реально нашел? Нет, просто она выглядела как граната. А-а-а. На самом деле это была банка бобов, просто объекты заменители. Ну вот, короче, ты знаешь даже, как ориентироваться справа, когда уже желтое там горит, о, юзы. Ой, а у меня, походу, появился худ. Это я GPS подобрал, да? Да-да. У меня слева радар появился. Худу. Зачем? GPS мне нужен, где, скажи? Ну, вот он здесь, на лестнице. Прикинь, я нож нашел, сейчас я буду решать. Зарезали пацана, ё-моё. Ну да, пацана. Так. Ну, если для тебя это пацан, то ладно. Кто-нибудь найдет мне лут. Слышишь, ты уже и так налутался, ты мне надо налутаться. Это все бесполезная тряпка. Ну да, конечно. Я хочу себе именно оружие. Че, ты к бабе идешь? Да, я иду к бабе, потому что это похоже на какое-то убежище будущего, знаешь, такие декорации постапокалиптические. Это очень похоже на какое-то место выжившего. Что-то я чувствую, сейчас Санчес найдем. О, я просто тебе отвечаю, я нашел Санчес. Я вот говорил, что тут будет Санчес, правильно? Давай что тут вместе не хватает? О, хороший, тут не хватает одного мат. Ясно, короче, тут походу. Надо еще одно колесо найти нам и. Смотри, у тебя же инструменты вроде есть. Не, инструменты у меня есть. Но это чтобы чинить инструменты. И, короче, нам нужно еще одно колесо и двигатель. Так что не давай искать. Чтобы вот так вот трудно. Тогда я пока что давай добежим до военной базы бывшей. До авианосца. Предлагаю тебе. Даже... О, блин, ты чё, понтишь? Слышишь? А! Побежали в сторону военной базы авианосца. Я думаю, что там точно есть оружие. Так, тут. Ну, байк-то этот, ну да, для передвижения. Ну как раз попробуй найди колесо. Ну ты где? Скажи, я около входа. Я тоже около всего. Входа. А вон, подожди, ты видишь, такой бежит, чувак? Стой. Где? Вон. Вон! Да, вижу. Ты с оружием, что ли, нашёл? Да. Какое? И ты что, не видишь мой скин, что ли? Нет. Ну, посмотри. Так, затяни мой скин. Видимо, на этой базе для... Это какая-то переоборудовали... А подожди, я знаю, где тут, короче. Дай мне байк, я съезжу по-бырому. А ты пока там облутай... А подожди, облутай корабль, я кое-куда съезжу сейчас тут по-бырому. А кое-куда он съедет? Не, на самом деле, ну облутай корабль, скажи, что там, может, достанешь что-нибудь. Так, сейчас, подожди. Перевернутый грузовик, в общем... И он будет... А как я потом в корабль залезу? А, вот, вот лестница. Тут лестница есть, дай мне это. Что за скин у тебя теперь такой? С моей. Мозфок! Давай, есть. Да все. Я пока корабль смотрю. Ой, нет, я тут не поеду. Сейчас тут с обратной стороны по-любому должно сейчас я быть. Я хочу найти пушку. Да там по-любому что-то есть. Только стань осторожно, тут же как бы играют еще игроки. Если ты их встретишь, то они как бы тебя убивать по-любому будут, мне так кажется. Ракеты тут есть, оружие... А, нашел какой-то лут, Денис. Че зашел? Так, рацию нашел.
Нашел я рацию. Ну, рация не нужна, в принципе. Да, я бы тоже хотел найти дробовик, может быть, или пистолет, но... Нашел какое-то дерьмище. Бесполезное. О, я хаммер нашел. Ой, красавчик. На ходу? Ой, нет, не на ходу, конечно. Че тут есть? ГПС. Болеутоляющие. А тут уже все облутали, короче. По-любому, тут уже кто-то был и облутал. Тут не, просто не могло столько в хаммере вещей быть. Где найти странное тут, оружие? Ну, тут уже двигатель есть, тут нужно просто три колеса, и он будет на ходу. Где найти оружие? Ну, там что, нету? Ну, тут уже все, походу, облутали. Короче, тут вообще лута нету, да? Да, я все смотрел. Печально. Да тут уже кто-то был, потому что я в хаммер смотрел, только ГПС нашел. Там еще пара ночное видение, очки и так далее. Так акула. Что? Акула. Почему тут объект акулы? Так, что ты нашел? Ты че, чувак, пишет? Барак и хаммер, я мир. Будем долбиться морфием. Короче, тут еще кто-то. Тут сейчас кто-то на хаммере. Ну, тут уже кто-то нормально. Походу. Залутался. Бегает, конечно, вон. Опа, чё-то нашел. Еще одну рацию нашел, да вы издеваетесь. Еще одну рацию? Да. Красавчик. Так, ну ладно, я поехали тогда на коммунизм съездим на всех. Куда? В зоне 51, может? О, тут еще что-то есть. Ты меня что, бросил? Где? Ну да, я тебя кинул. Да нафиг ты мне нужен. О, да? Клюшка для гольфа нужна? Банка макарон. Объедки. Нужна клюшка для гольфа? Будешь да, от да, зомбиков, да, да, короче. Или хочешь, я тебе нож дам? Хотя мне без разницы, но... мне любое оружие. Не, погнали сейчас еще. В общем, давай, выходи сюда и садись ко мне. Я уже на выезде из СВА вообще. Да зафига туда побежал. Я бегу быстрее, чем ты велосипед практически. Блин, потому что это чувак, ладно. Да ладно, не ври. Тут еще очень столько много мусора. Подожди, вот. Стой, ты где, ну? Ну? КПП, вон я вижу тебя. Вернись к КПП обратно. Давай, запрыгивай, я там уже все самодельно. А как я к тебе запрыгну? Просто прыгай сюда, ко мне. Уверен? Да. Да блин, на этот, на руль. Ё-моё, я так ни разу не катался. Теперь С нажми, там как-то прикрепиться можно. На G нажми или что-нибудь, попробуй. Нажал? Едь, прикрепился. Ты прикрепился? Да. Как? На какую? Просто залез и С нажал. Нет, ты это не прикрепился. Сейчас надо написать. Напиши тут, короче, спроси, тут можно прикрепляться? Я да ладно, давай дальше пойдем. Да блин, зачем дальше? Я тебе клюшку покажу. Вот в чат пишет, видишь, прицепляться к велосипедному транспорту на кнопку равно. Ага, давай, ну. Нажал. Запрыгнуть надо, наверное, сначала. Ну да, это админ пишет, ну давай. Все, прикрепился. Да ладно. Да, на равно. Красавчик. Все, короче, смотри, я сейчас... Нюхай моя задница, чувак. Грязный, потный нигер. Ты достоин только. Пошёл ты нахер. Вот тут. Давай. Вон, впереди. Я пока буду зомбиков решать. Спасибо. У меня есть теперь клюшка для гольфа. Клюшка, да? Хотел сказать, шлюшка для гольфа. Так, надо ее в руку теперь взять, наверное. Садись. Отпизжу. Не надо бить меня, у меня и так хп мало. Крови, точнее. Прикипелся? Да. Погнали. Как же ты весело. Ну, погнали сейчас это в больничку, извиняюсь, я медикит возьму, чтобы подлечиться. Я думаю, нам надо оружие покруче найти. Скучно смотреть без оружия. Ну все да. Хотят стрельбы, кишок и разборок на ЛГБТ-митинге. Поехали. Да. Тут на самом деле, если найти снайперскую, там, короче, облутаться нормально, на зоне засесть, короче, писать в чат, там, типа, приходите, и так далее, и носить людей, это весело очень. Я тебе отвечаю, мы так с друзьями все время делали. Ай, это вообще прям, вообще. Ты в больницу, да? Да. Ну, поехали в больницу. Просто такой, нигер старается. Да. Я, кстати, у тебя башка так трясется, ты реально стараешься. Реально он так старается. А я просто стою. Тебе вообще в кайф стоять. Слушай, где это так видно, что просто так стоял? Чисто ПРП, да? Ага. Настоящий РП. Воу, вот это ты трясанул у нас. Даже если ты перевернешься, наверное, мне ничего не будет. Даже если ты сам улетишь, я все равно буду прикреплен. Слушай, вроде случился зомби-апокалипсис, да? А просто мусор валяется, как будто зомби ходили.
пили лимонад. Сейчас, ну, подожди, сейчас я зомби порешаю. Блин, вот тут... А как внутрь зайти больницы? Сейчас, подожди, я сейчас на паузу поставлю. Короче, у меня очень громкий звук был, я снизил. Ну, слышишь, вот, видишь, эти коробки стоят, вот к ним подходи и тут, короче, лутай. Морфин, вот тут всякие болеутоляющие. Блин, у меня же нету этой, вот аптечки нужно. У тебя, блин, мне нужен, короче, какой-нибудь этот найти, рюкзак. Бля, меня отпиздили, Денис. Да сейчас, бегай, бегай. Да дай я их сейчас порешаю всех тут. Ты возобновил уже? Ты возобновил уже? Что возобновил? Запись. Вот тут, да, да, уже все снимаю. Прикинь, я вот с одного удара всех режу. Это такое тут так удобно. Ну, в принципе. Пицца. Тебе нужна пицца? Посмотри, кстати, что у тебя справа там. Желтое что-нибудь уже есть? Попить там или похавать ты хочешь? Попить, похавать, да. Сейчас похаваем. Да тут и херачу, банка макарон, бери, короче. Банка бобов съел. Тут уже, слышь, зомбаков тоже можно лутать. Да уже кого-нибудь убьем. Кого? Я уже зомби, знаешь, сколько завалил? 11 штук. Как? Смотри. На тап нажми. А я 0. Да я тоже убью зомби. Подожди, стой, стой, подожди, давай, ну ладно, вылетай, короче. Денис, смотри, иди сюда. Ай, твою мать! Твою мать! Резко напал на меня. Я его прикладом убил. Да ладно. У них такая тактика, они стоят, типа, вообще им пофиг на тебя. Ты к ним подходишь, они как резко только нападут. Оу, ассаульт пэк нашел, как у тебя, красавчик. Можно я тебя убью, Денис? Нет. Чтобы хоть какой-то экшен под конец. Нет. Нельзя, я ж тут играть буду, ты чё? На тебя так смешно смотреть, блин, такой тут. Ух ты, нифига ты его вынес. А прикинь? Прикинь, там у него сейчас гранаты, там 10 гранат там. Да ладно, мы все равно едем на зону 51. Вот, кстати, очень интересная задумка, вот так вот машины разбросать. Реально такая атмосфера сразу постапокалиптического такого времени. Вау. Ну да, особенно справа. Там ничего похоже. Есть просто объекты, не прогрузились. Хер знает. Они бы еще поставили мод на погоду, знаешь, так. Смотри, такой, чувак уже психует. Где? Ну в чат посмотри. Я тебе отвечаю, ты когда ты наберешь фулл лут и так тебя убьют, ты тоже так будешь писаться. Я поклеще буду писать. Ну может, да, поклеще. Ой, блин, это просто нереально. Конечно, собирался. Давай едь на зону. Парень, я там всех убью. Парень собирал, собирал лута, его взяли и убили. Ну как так? Я такой трюкач, я тебе отвечаю. На велосипеде по нам не попадут, мы слишком маневрирующие. Ты уверен, нам одну патрону стоит, у нас уже кровь пойдет. И у меня, кстати, аптечек ничего нету. А, кстати, сейчас заедем опять в аптеку, посмотрим. Слушай, какой-то 50 Cent с обрезом едет, с шотганом. 50 Cent. Чувак в кепочке просто стоит. Ой, смой, смой, смой. Ой-ой-ой-ой. Воу-воу-воу-воу, вообще жесть, да? Они заменили стандартные текстуры вот этим. Как тут? А, вот. Слушай, это очень красиво, это оригинально. Угу. Вообще постарались, парни. Сделали, видишь, упоры, короче, на изменение карты штата, в мапе в основном. Точно. Чё за арабская надпись? А, это про шипы. Да. Издалека это выглядело как арабская надпись. Смей, смей. Здесь не проедет. А, если там, походу, на вышке тут стоит и все мини-игрушки. Слушай, мне кажется, это как закрытая зона какая-то человеческая, да? Это турели, Денис, турели. А же, это можно сломать? Да, можно. А, тут, прикинь, застрял. Эти трупы мешают, короче. Давай я сломаю сетку сейчас. Подожди, не открепляйся, я сейчас побрам. Да я ничего, сама. Я постою. Пока я работу все сделал, да? У меня мастерский скилл, просто я удержу. Ой, смотри, 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 как это будет все легко. Оба. Слушай, смотри, как РПшно, реально, зомби прям. Турели. Я боюсь предположить то, что военные как бы... Интересно, где этот объект-то взяли? Вон там, я видел такой. Че, ты на зону хочешь уже рискнуть? Че-то я не хочу, нас там порешают, мне так кажется. Я убью всех с моей пневматики. Я не уверен, ты только с ней встанешь, тебе две пули всадят, ты умрёшь. И ты скажешь, блин. Пошёл черномазый. Ты нарываешься на проблемы. Жесть, у тебя зомби. Ой, ёпт. Да не надо тратить на них патроны, я их с одного этого. Меня притрясёт, прикинь, да ты урод, короче, вообще. Ты зачем на зомби полез в рукопашку, надо с клюшкой? Ты меня клюшкой ударил, дурак. Я тебя не бил. Конечно. Я зомби бил. А, птичку не заезжает. У него тайр, бери тайр. Какой-то тайр. Тайр — это колесо.
Чё ты? Кстати, если мы сейчас по... А, нет, еще движок нужен. Ну давай, короче, прикрепляйся. Там же Санчес сказал, ну ладно, хрен с ним. А, вот, смотри, точно, смотри, как... в Сампе это просто убрали, смотри, да? Смотри. Вышка сломана. Ладно, побежали быстрее, короче. Я пытаюсь посмотреть, кто... Да куда тебя так быстро убьют? Салют просто, не надо, бегай быстро. Если быстро бегаешь, то возможности попасть меньше же. Кого ты видишь? Нет. Вижу, вижу кого-то. Где? Это зомби. Это зомби. Да побежали туда, к выходу. Я там вот просто обязан кого-то убить. О, вон, бежит, 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 где, вон. Где? Вон, вон, вон. Бежит, подожди, бежит, бежит. Бокер бежит. Давай, вали его, слышишь? Вали, вали его, нахуй. Вали, вали, вали. Он спрятался, он умный. Куда он спрятался? Где он? И тут нигер, блядь, меня убивает. А, у меня патроны кончились. Быстрее, быстрее, быстрее. Почему какой живучий? Бля, короче. А, нет, 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 нет. Нет, 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 сука. Короче, меня убили, блядь. Денис, я не хочу умирать. Козлы. Я умер. Да у меня просто, блин, УЗИ было, а у меня ничего не было. Я даже не в тот чат, прикинь, написал, кто на зоне по центре. Он бомбы стреляет. Короче, это такой фейл и трэш. Ой, ёпты. Я жду его, я жду, и пока он поднимется теперь. Ты такой... Вали его с ножика, я тебе отвечаю, это грамотнее в 100 раз. Бери ножик и вали его с ножика. Я выкувыркиваюсь. А, я шмаляет. У тебя сейчас начнется все трястись и так далее. Есть, я по нему попал. И что? Я умер, да. Ой, это так смешно. Ну я по нему попал. Да? Угу. Короче, поцик какой-то нас убил сюда. А вон ты какой-то варлам, я не знаю, какой-то, короче, ламер. Ладно. Все, я думаю, да? Я ему это причинил неудобство. Я прям четко видел, как из него кровь вышла. Мы просто сдались, как. Как просто. Я даже не знаю, как сказать. Ну все. Как нупцы последние, наверное, да? Слились просто. Так что заходите на этот сервер. Тут очень весело. Я, да, очень. Под конец, когда перестрелка. Ну когда этого лута наберешь побольше, тут вообще и тут трансферт, когда есть из компании, особенно когда это да, вообще здесь, весело. Здесь с друзьями надо много собирать. Да, 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 банду собрал и просто играй нормально. Вот. IP и группу ВКонтакте я укажу этого сервера. Заходите, посмотрим. Но я тут тоже буду играть, так что вот такие вот дела. Вот. И всем удачи. Счастливо. Пока.